Красный, жвакательный, свинь. На Новый год ко мне пришел неправильный Дед Мороз. Он принес мне неправильные подарки. Эвес, елка, е. Это снеговик. Где моя утка? Вот тебе альбом. В прошлый раз Ластику попались вот такие необычные скрепыши. Посмотрим, кто попадется сегодня. Ой, это же треснутый скрепыш. Только я не помню, как его зовут. Как ты мог забыть? Как-как? Акция-то уже закончилась. А у нас еще один пакет с антистрессом даже остался. Так что приклеивай в альбом. Он будет у нас безымянным. Хорошо, приклеиваем вот сюда. Давай дальше. Ух ты! Это же скрепыш уточка Лалафан. Приклеивай ее в альбом. Теперь у меня уже три утки. Назову ее утеныш. Ну или Лалафаныш. Откроем еще один пакетик. Здесь у нас вот такой котик. Ух ты! Это котик-космокотик. Его можно назвать космокотыш. Ну что, продолжим открывать скрепышей? Нет, давай пока треснутых откроем. А то акция уже и так закончилась. И вот кто нам попался. Это же Санни Шайн. Он любит сражаться с соперниками, спасать миры и защищать слабых. Посмотрим, что у него в кармашке. А здесь, конечно, вот такой Санни Шайн прилипало. Эх, жаль, что акция закончилась. Маша успела сделать мне только три треснутых. Ну что, закончим открывать скрепышей? Нет, Маша, сначала закончим мой адвент-календарь. А то придется мне его открывать до следующего Нового года. Ну хорошо, давай сначала календарь. Вот что нам попалось в первых трех окошках. А сейчас откроем вот это. И здесь у нас вот такое мороженое в виде пингвина. А с обратной стороны загадка. Загадку можешь не читать. Давай мне сразу мой приз. Почему это не читать? Потому что Новый год уже все равно наступил. Нет, Ластик, чтобы получить приз, нужно отгадать загадку. Ладно, давай. Самый важный, самый нужный гость на Новый год в семье. Развлекает, как умеет, и не просит оливье. Это же я! Я всех развлекаю, и оливье не ем. Только что-нибудь вкусненькое. Нет, Ластик, загадка не про тебя. Как не про меня? Ну, тогда это, наверное, телевизор. Вот теперь правильно. Давай сюда приз. Хорошо, вот он. Ух ты! Маша, а где Милки? Ластик, он, как всегда, спит. А зачем он тебе? У меня к нему есть важное дело. Что еще за дело? Смотри, вот из этих яиц вылупятся маленькие трансформеры. А потом они вырастут, и я буду с ними играть. Поэтому их нужно высиживать, а мне некогда. Ластик, ну ты придумал, это же просто конфеты. А почему на них нарисованы трансформеры? Ну, не знаю. Вот видишь, а я знаю. Милки! Все, давай открывай дальше. Хорошо, открываем следующее окошко. А здесь еще одно мороженое. На этот раз в виде тигренка. Давай, читай уже свою загадку. Без него не Новый год, любит говорить народ. А когда его вдруг много, МЧС зовут в подмогу. Я знаю, это Дед Мороз. Ластик, ну какой же это Дед Мороз? Ну, без него ведь Новый год не приходит. А как же вторая часть загадки? Ну, мало ли какой Дед Мороз к вам может прийти. Ластик, подумай хорошо, что еще бывает на Новый год? Еще бывает снег, но это скучный ответ. Вот тебе за него веселый Дед Мороз. Ух ты, это уже другое дело. Таких Дед Морозов много не бывает. Давай дальше, нам нужно все успеть до следующего Нового года. Не переживай, Ластик, все успеем. И здесь у нас вот такой авокадо в новогодней шапочке. Ух ты, какой прикольный. Интересно, какую загадку он мне приготовил. Сейчас посмотрим. Кто всегда стоит до мая, мишурой своей сверкая? Подметаешь лишь иголки. Ну, конечно, это... Это я знаю, это елка.
странно, что ты сразу отгадал. Наверное, у тебя всегда елка до мая стоит. Может, и до мая. Но иголки я не подметаю, потому что она у меня искусственная. А живые пусть растут в лесу. Вот тебе за это приз. Ух ты, мне подарили карандаш. Это не просто карандаш, там внутри что-то есть. Испортила всю красоту. Может, он еще и рисует? Давай проверим. И это самый крутой карандаш. Давай дальше. А дальше у нас осталась только дверь. Здесь целых две наклейки с загадками. Какие милашки! Значит, у меня будет два приза? Посмотрим, может и два. Скорее читай. Гостья в Новый год пришла, как лягушка зелена. Лапы все в иголках, кто пришел к нам? Колючая лягушка. Ластик, не отдам приз. Ну ладно, это елка. То-то же. Вот тебе приз. Какой-то он скучный. Может, следующий будет повеселее? Будет, если сразу отгадаешь загадку. Быстро огоньки мигают, сверху вниз перебегают. Эта дружная команда называется... Гирлянда. Правильно. Вот тебе тортик. Ух ты, целый торт мне. Маша, он же не настоящий. Ластик, настоящий – это скучно. Что ты хочешь открыть следующее? Хочу открыть утку. Но сначала давай откроем скрепышей. Ну, давай. Нам попался символ Нового года – тигреныш. Ластик, ну один тигреныш у нас уже есть. И это был новогодний тигреныш, а это просто тигреныш. Ну, хорошо. Не забудь дописать. И еще один скрепыш. Это же друг кота бутерброда. Авокадо – бегемот. Кот-бутерброд нам попался в прошлый раз. А теперь утка. Хорошо. Здесь у нас вот такой костюм для уточки. И еще какой-то листочек. Странно, зачем мне пустая бумажка? Увидишь. Ладно, давай примерим костюм моей уточки. Вот этой? Она. Ластик, кажется, он ей маловат. Наверное, я ее перекормил. А может, это не для нее костюм? Давай примерим второй утки, которая в яйце. Нет, ей он совсем не по размеру. Может, это для меня? А что, прикольно. Подходит? Нет, Ластик, кажется, ты слишком толстый. Кажется, это костюм у тебя слишком неправильный. Нет, Ластик, костюм правильный. Только для него нужно нарисовать другую уточку. Ура! У меня будет еще одна утка? Да, мы с тобой сделаем еще уточку. Только не антистресс, чтобы ее было удобно одевать. Но только в следующий раз. И я так всегда. Ладно, тогда давай открывать мои странные подарки. Давай. Кстати, я забыл тебе показать. Тут есть еще одна коробка. Самая странная. Вот. Ух ты, какая-то секретная коробка. И в ней тоже что-то есть. И она тоже крепко закрыта. Но только никаких цифр на ней нету. А значит, и задания к ней нету. Ластик, кажется, я знаю. Она откроется тогда, когда ты выполнишь все вот эти задания и откроешь все маленькие подарки. Так нечестно. Самая большая коробка и самая последняя? Наверное, в ней будет что-то очень важное. Важнее золотой кнопки? Я думаю, Дед Мороз тебе хочет подсказать, как эту кнопку получить. Тогда давай скорее еще что-нибудь откроем. Хорошо. Задание под номером 3. А здесь загадка. Нос, морковка, ветки, руки. Вместо шляпы есть парик. С ним ребятам не до скуки. Это милый... Панда-ластик. У тебя что, нос, морковка? Нет, я милый. И со мной ребятам не до скуки. Ластик, говори правильный ответ, а то не откроем. Ну ладно, это снеговик. Вот теперь правильно. И вот тебе за это конфетка. Такая маленькая. Давай дальше. Номер 23. А здесь снова ребус. О, опять елка. Это метель. Правильно.
Вот такой милый ластик. Ого, Дедушка Мороз все-таки не забыл, что я канцелярская панта. Давай дальше. Номер 7. Под этим номером у нас большой домик. У кого мешок подарков? Кто большой и в шубе яркой? Кто под Новый год гуляет, всех на свете поздравляет. Это неправильный Дед Мороз. Почему же неправильный? Потому что правильный приносит подарки без заданий. Ну, может, у тебя просто желание было неправильное? Золотая кнопка – это самое правильное. Так что открывай. А здесь вот такое маленькое чудо. Эх, чтобы получить золотую кнопку, мне нужно большое чудо.